причастные к образовательному процессу, сегодня принимают поздравления. Новый учебный год начался. А вот до старта Нового года политического осталось 10 дней. Короче говоря, выборы городского совета – большое событие в жизни многих. Ведь кто-то из нынешних кандидатов первый раз займет депутатское кресло. Удастся ли им преподать урок политикам опытным, обойдя последних в предвыборной гонке? Узнаем совсем скоро. Ведь все зависит только от нас, избирателей. Вообще, нынешние выборы для мечей не просто возможность напрямую поучаствовать в общественно-политической жизни. Какие сюрпризы готовит нам день 10 сентября и какую выгоду для себя лично каждый может извлечь? Об этом сегодня в нашей программе. 10 сентября, собираясь на избирательный участок, возьмите не только паспорт. Приготовьте и телефоны, и всю свою смекалку. От вас креативные селфи, их публикация на своей странице в социальных сетях с хэштегом «Кто на выборах 55?». От нас призы. Да какие! 12-й канал совместно с холдингом СМИ 55 с 8 утра до 20 вечера будет разыгрывать 7-й iPhone каждый час. Кроме того, самым ранним, стильным, спортивным, романтичным семьям, запечатлевшим себя на избирательных участках, достанется кофемашина, электрический камин, игровая приставка. Список наград впечатляет, так что 10 сентября можно не только изменить город к лучшему. У нас есть опыт проведения такого конкурса. В прошлом году мы раздарили 11 айфонов 5S, iPhone 7 и ноутбук подарили девушке Радмиле. Да, конечно, были люди, которые сомневались в нашей честности. Мы решили этого избежать в этом году. Помимо того, что мы пригласили двух независимых членов жюри в конкурсную комиссию, мы также решили вести прямую трансляцию заседания конкурсной комиссии, чтобы каждый амич мог понять, на чем мы основывались при выборе победителей. За призы, конечно, нужно побороться. Ну а пригласительный билет на концерт знаменитого рэпера Lil Wayne получит на избирательном участке каждая амич. Так что не забудьте забрать его вместе с бюллетенем для голосования. Сегодня, возможно, как раз тот день. Время первых, время первых. Время смелых, время смелых. Время для тех, кто всеми руками берется за дело. Время первое, время первое, время смелое, время смелое. Время поднять свою голову вверх, вверх, в небо. Вверх, в небо, вверх, в небо. Время поднять свою голову вверх, вверх, в небо. Вверх, в небо, вверх, в небо. Время поднять свою голову вверх, вверх, в небо. Инициатором концерта выступил, опять же, 12-й канал. Ну а для особых ценителей творчества рэпера разыгрываются VIP-билеты в социальных сетях и возможность сфотографироваться с кумиром. Что для этого нужно? Внимательно смотреть программу «Час новостей» и слушать, что сказал ведущий, продублировав фразу после на нашем сайте. Мой братан Тигр, 24/7 Тигр, знает всегда свою цель. Тигр, йоу. Каждый хоть раз должен увидеть, как танцует якутяночка моя. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями. Пока. В общем, 10 сентября давайте выбирать и креативить, как это уже сделали сотрудники 12-го канала во главе с самим генеральным директором, сняв свою версию клипа на песню Lil Wayne. Все танцуют локтями. Короче говоря, не судить строго. Ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями.
L1, конечно, сейчас на пике популярности, но, скажем честно, исключительно у молодежи. Но и людям взрослым будет, что послушать, придя на избирательные участки 10 сентября. Там выступят лучшие творческие коллективы города. Развернется и традиционная ярмарка. Одним словом, все для того, чтобы создать настроение. А оно должно быть непременно отличным. Ведь выборы – это еще и надежда. Надежда на то, что новому составу городского совета, который нам с вами выбирать, удастся сделать больше своих предшественников. Затем, как будут идти выборы, голосование, 12-й канал проследит и расскажет в специальных выпусках программы «Час новостей». Короче говоря, приходите, выбирайте, выигрывайте призы от 12-го канала и слушайте только хорошую музыку.